Всем привет! Поспал все-таки после вчерашних наших трешечков. Хорошо успел, проснулся, вспомнил, что у нас сегодня битва гильдии, и мы будем тестировать два навыка наших новых талантика. Железная воля на Минотавре, вот такой вот сборочке. Первый раз буду ходить на бога на основе с Минотавром. И также железная воля на Анубисе. Ну а дальше стандартный. Это два баффера, добивалку, купидон, дерево. Вот такая вот сборочка. Ну что, поехали. Так, смотрим. 400, 355, 352. 320. Так. 345. Поехали унижать милицию. Что это у него такое? Что это за дичь такая? Странно. Ладно, пусть пока один походит. Ничего так дамаг у него идет. 50%. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. 95, 100. Не знаю, как-то печально все. Вот расстановка поинтереснее будет. Так, ну что, запускаем нашего Анубиса. Как видите, он и не станется, энергию набирает быстро. Так, ну его, в принципе, быстро слили. Он тоже 33% уже надамажил. Но всех не слил. Очень странно. Хотя пару раз ударил. Пробуем отсюда зайти. Так, расстановку мы вскрыли. Попробуем вот так вот сделать. Вот наш Минотавр идет. Идет и никак не дойдет. Не дошел он. Окей, еще разок. Давно-давно я так натрешевал, но очень интересно. Попробуем вскрыть. Вот заборчик разломали. Вообще супер. Но как видите, в чем сейчас проблема? Ануб рождается, и он не успевает, если его Фрейя сливает очень быстро сейчас. Ну-ка, давайте будем немножко спамить. Не успевает слить юнитов. Вот это, наверное, сейчас самая основная проблема у многих будет. То, что он когда умирает, практически появляется без энергии. Пишите в комментах. Да, смотрите, видите, вообще просто жесть. Давайте попробуем его издали запустить. На издали вроде неплохо. Да, не успевает. Ладненько.
Давайте пока сейчас других посмотрим. Так, что тут у нас? Та же самая картина. Конечно, очень жестко бьет. Так, ну пробуем. Сейчас пусть Фрея немножко остынет. Так, 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 так. Куда там у нас ближе? Попробуем сюда. Раз, два, Купидон. Ай-яй-яй, не успел. Непривычно, ребят, первый раз играю, поэтому очень непривычно мне еще свыкнуться на основе с таким составом. Так, есть. А ну-ка, если попробуем вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой-ой-ой. Вот это я тупанул. Дашка меня прибьет за этот слив. Ну, шанс слива минимальный. Надо когда-то учиться. Так, хорошо. 684. Я все равно минималку наберу. Что там у нас по гильдиям? Побежали, ресаем. Видите, я пошел через Некроса, а через Некроса нельзя идти. Потому что он снимает сразу же баф. Так, идем дальше. Идем обратно сюда. Так, пробуем. Сейчас получается, на Анубиса надо вешать только ремку выходит. Чтобы он когда ресается... Сразу же сливал их. А то просто нереально как-то. Ну, сейчас еще попробуем. Давайте попробуем ремочку поставить ему вместо психощита. Так, есть. Давайте этих пока попроходим. Так, ну тут как-то вроде попроще все. Но это так на первый взгляд. Так, раз. Ай-яй-яй, дерево. Немножко неудобно то, что видите все герои вперемешку. Так, поехали так. Этого сюда, хранителя сюда, Купидон. 78%. И я опять выпустил... А, ну тут... Опять выпустил всех вместе по привычке. Привыки бегать. Ну, вроде так ничего. Интересно. Надо будет все-таки учиться Минотавром бегать. Я еще зря ему талантик качал. Ну, уже хоть не последние. Так, идем следующего смотреть. Так, тут понятно, тут делаем. Так, Минотавр, Хрон, Купидон. А, тут даже без Купидона, в принципе, ударили. Чё, даже юнита? Вот смотрите, Минотавр просто добежал и добил. Ну, не знаю, мне нравится этот талантик, однозначно крутой.
Так, резаем. Самое главное не попасть, я так понял, под снятие бафа. А так, в принципе, вообще, если я нубас и первый раз херачу здесь так, то, в принципе, я думаю, те, кто играет Минотавром давно уже, с таким талантом просто будут тащить всю БГ. Так, 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 что тут у нас? Ну, через верх тут однозначно нельзя бегать. Ну-ка, давайте попробуем так. Вот с ремочкой как-то поярче получается. Минотавра сразу у нас слили. Так, ладненько, давайте как-то попробуем юнитов изначально слить. Потом будем смотреть, как всех остальных выпускать. Так. Но все равно юнитов оставил. Очень странно. А ну-ка запустим хранителя сюда. Не, не катит. Неплохо забор поломал. Анубис, кстати. Но самое интересное и странное, что Фрая просто не дает ему досливать всех. Так, а ну-ка, капитан Дрейк. Ну, всех вместе. Так, оп. Опа, вот это оно, ребята. Вот теперь я понял, как хорошо через Фрай бегать. Видели, да? Как Минотавр долбанул. Супер. В принципе, вообще расстановка получается ни о чем. Так, ну, мы со сливом набрали 4600. Все равно мы заняли топ. Даже топ по всем гильдиям. Даже можно два слива делать. Все равно даже с тремя сливами будете набивать минималку на такой силе. Так. Так, 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 так. Что там у нас? У нас силы меньше на миллион. И мы просто их дрючим. Что там у нас получилось? Так. Даже двое, если пройдут. Они не наберут даже по 5000. По 4,5 не наберут. Вот такая вот битва гильдии была. Пишите, как вам такие герои. Ну, не знаю. Анубис, честно говоря, не особо впечатлил. Она с таким талантиком. Да, против стрелка нормально, но его Фрея долбит. Ну, в принципе, она всех долбит. Тут ничего удивительного, надо немножко другую сборку ему делать, чтобы он выживал. Попробуем в следующий раз другую. Хранитель, в принципе, неплохо. Дрейк, понятно, Купидон, дерево. Ну, а Минотавр реально просто трэш. Если он возрождается, второй добегает раз, то есть без проблем. Не знаю, мне такой вариант очень нравится сборки. Реально, Железная воля — это его топовый талант. Бог войны — это уже все, это уже не то. Единственное, еще хочу ему грубую силу протестировать и посмотреть, как. Вот смотрите, он просто бежит и бежит до цели. Супер просто. Вот дерево резнуло, он еще раз ударил. Ну, не знаю, круто очень. Самое главное, что нету по нему стана. И он имеет иммунитет к разбросу. Остальное все, честно говоря, пофиг. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, пишите, если вы хотите дальше наших приключений с Минотавром. И шанс слива минимальный. Всем пока.